Эй, ребят, тут у меня беда случилась. Я работал на Альянсе, уже почти год работаю на 30-30. Я повез людей Нечаевку, за Компанеевку. Там мне произошло нападение. Как произошло, я взял людей из-под Мурая. И они сразу заплатили сколько? Я говорю, я не знаю. Ну, мы приехали 500. Вот представь себе, мне настучали голову так, что я даже не вспоминаю номера машины. И мы проехали 5 сел, мне показали всех. Все. Когда мы ехали, значит, когда уже полиция я вообще проснулся в багажнике. И дальше вышел, вокруг везде глянул, налево, направо степ, одна глубокая степ. Я проснулся голый, в одних трусах. Меня раздели. У меня обокрали полностью всю машину. Все. Я глянул, ставок впереди. Сейчас все ставки арендные. Я думал поехать туда. Да ключей до машины. Ключей от машины нет. Я пошел пешком. У меня все ноги раздерты. Я весь побитый. Весь багажник в кровяке. И я пришел к арендатору ставка. Он мне говорит, тебя везли на Софиевский БАМ, говорит. Вообще-то реально, говорит, если бы это мне. Вначале он уехал, там связи вообще нету. Он поехал, вызвал полицию, полиция приехала, все раз. Я, да ну, это вообще кино какое-то. Мне вообще, я так понял, везли Софиевский БАМ, там 25 метров глубины, я был бы просто без вести пропавший вместе с машиной. Потом мы вместе с полицией объехали 5 сел, никого не нашли. А кого я должен найти, если я число не могу вспомнить, когда это было? Я сегодняшний день не могу вспомнить. Так нагэпали, пацаны, клянусь. Вернее, рассказал не свою беду, а как мне помогло 404, когда у меня не было ни телефона, ни ключей от машины, когда просто арендатор ставка. Вот представьте, вы просыпаетесь в багажнике, у вас нету ни телефона, в машине вообще нифига нету. Ключей от машины нету. Вы выходите, что делать, что делать, что делать, что делать? Вы просто в ахуе, извините мое выражение. И я куда я вижу ставок? Я просто проснулся голый, в трусах. Мне все забрали. И я пошел к этому ставку, потому что все ставки арендные. Это я еще понимал. И дальше этот арендатор ставка вызвал полицию. Дальше мы вместе с этой полицией проехали 5 ставков и все. Но для того, чтобы найти вообще хоть какие-то контакты, я не мог вспомнить. Я вспомнил всего лишь одно имя, через которого дальше мы начали находить, ну, приехал кум. А перед этим я просто позвонил на 404, я говорю, ребят, говорю, так и так, говорю, у меня, говорю, случилась такая беда, говорю, мне можно найти фамилию, имя, отчество, чтобы приехал, забрал и просто подтвердил, у меня нет вообще ничего. Просил дать данные, это уже в милиции, когда я сидел, у меня не было ни телефона, вообще нифига не было. 404 сказали, извините, мы ничем вам не можем помочь. Вот так, пацаны.